Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. «Совокупность лжи» 2008 года. ЦРУ охотится на руководителя серии террористических атак. Роджер Феррис является агентом национальной разведки. Он перемещается по всему свету, пытаясь предотвратить любые нежелательные события. Око в небе, спутник, наблюдает за ним. На другом конце этой связи ветеран ЦРУ Эд Хоффман, который отслеживает события издалека. Чем ближе подбирается Феррис к своей цели, тем явственнее понимает, что доверие – это одновременно и опасная штука, и то единственное, что позволит ему остаться в живых.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!